С 27 по 29 января в Красноярске пройдет международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии «Гран-при Иван Ярыгин». Эти соревнования давно стали визитной карточкой краевой столицы. Они состоятся уже в 28-й раз. Но если все предыдущие состязания проходили во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, то теперь в связи с реконструкцией спортобъекта турниры сменят площадку. Спортсмены будут бороться за звание лучших в крытом манеже футбол-арена «Енисей». Ожидается, что в соревнованиях примут участие борцы из Японии, Узбекистана, Казахстана, США, Турции, Венгрии, Польши, Латвии, Норвегии, Монголии и, конечно, России.